Наша редакция продолжает знакомить вас с новыми талантами, с которыми зарубежные и отечественные эксперты связывают будущее казахстанской музыки. И вот один из них — это Олег Ермолович. Он победитель республиканского музыкального конкурса имени Куляш Байсеитова. Выступит он 18 ноября на международном конкурсе камерной музыки имени Вячеслава Узбекова в Астане. 17-летний скрипач сыграет в камерном трио и представит город Алматы. Как поделился юный скрипач, любовь к скрипке ему привила мама. В раннем детстве он любил собирать конструкции, похожие на музыкальные инструменты, и имитировать игру на них. Заметив за ним необычное такое вот увлечение, родители отвели ребенка в музыкальную школу. Как бы это ни прозвучало прям амбициозно, очень хочется выбраться как в свет, на большие сцены, выступать, солировать. Ну, в первую очередь, конечно, хочется быть хорошим музыкантом.